Человек, который вам звонил, он вас попросил войти в ваш онлайн Сбербанк, после чего вы выполнили все те манипуляции, которые он вам говорил. Да. И после этого произошли списания со счета. Они дистанционно у вас вошли, подключились к вашему личному счету. Да, они мне, он диктует, а я это делаю. Общая сумма ущерба какая? Ну вот если считать вот этот кредит 307 тысяч и вот эти суммы 104 тысячи 83 тысячи. Около 500 тысяч рублей, правильно? Как? 500 тысяч рублей, да? Около 500? Да.